Василий Хасан, 4 года, город Москва. Ну, когда мама приходит домой, когда я просыпаюсь, поворачиваюсь на другой бок и вижу маму. И она меня видит, и я ее обнимаю. У кого родители потерялись? У кого игрушка потерялась? Ну, у кого нога болит? Любовь – это когда человек любит другого человека. Ты любишь книги? Да. Какие? Ну, разные сказки, книги. А после я люблю сказок «Волк и семеро козлят», потому что волк утонул в леське.